Дорогие друзья, я всех приветствую, и мне хочется сегодня поделиться с вами фрагментом видео из сеанса энергоинформационного гипноза. К нам обратился мужчина, буквально крик о помощи у него был, и он писал о том, что я понимаю, что это буквально последняя инстанция, последнее место, куда я могу обратиться. Я чувствую, что мои силы на исходе, писал он, что они из меня буквально вытекают и утекают, и жить мне осталось очень мало. И все доктора, к которым он обращался, ставя разные диагнозы, все констатировали то, что осталось действительно там вот на счет буквально дни, может быть, месяцы, что вряд ли. Вот. И он понимал, что я, говорит, еще мало что сделал, у меня только сейчас приходит осознание. Я верю, что вы мне поможете. Вот такой вот крик, и мы действительно загрузили тонкую копию, стали смотреть, исчитывать информацию. И что оказывается, мужчина к нам пришел возраста, сейчас точно не вспомню, по-моему, 56, как-то так, лет. Да, и мы открутили историю прошлых жизней назад и увидели, что у него была там наложена магия, и все с этого момента жизни, которые дальше он воплощался, они заканчивались именно безвременно, да, то есть раньше времени он уходил из жизни, потому что вот эта самая магия срабатывала. И вот именно вот этот фрагмент, кусочек, да, сеанса вы сейчас увидите. Потом в конце видео будет отзыв. И самое интересное, что там было много-много переписки с этим человеком. И он потом выехал на самом деле на отдых и чувствовал себя превосходно, совершенно по-другому. То есть действительно он как будто снял с плеч просто гору. И стало объяснение тому, почему сейчас у него вот эти силы утекают, что непонятно, куда они исчезают. И почему вот он, почему он чувствует, что это последние дни его. Сейчас уже такого нет. Действительно, мы перекроили немножко вот это самое прошлое жизни, да, пришло это осознание, и он, конечно же, стал дальше работать. А душа его прошла этот кармический урок и дальше движется в развитии себя. Итак, приятного просмотра и благодарю за интерес к этой теме. В тот момент, когда у него был запрос, это самое посвящение, и вопрос о бессмертии души, пришел кто-то из подземных и стал им рассказывать. Скорее всего, он уже с тем, кто его посвящал, уже там вроде как сотрудничает этот договор. И он просматривал, они все просматривали втроем его будущее воплощение. Понятно, там удивляясь, вообще не понимая, как сказку. То есть с магом, что... подземный маг и он. Да. И что интересно, что все воплощения у него, они заканчивались, то есть он уходил из жизни, как своевременно, безвременно, да, смерть у него была такая. То есть через какие-то катастрофы, через какие-то быстрые болезни, которые прям мгновенно его накрывали, он уходил. То есть... Не своей смертью, скажем. Не своей смертью, да. То есть вот через вот такую не свою смерть у него продолжался канал работать. К следующему воплощению. То есть перед твоими глазами проскочили все эти, грубо говоря, там типа шара, там было видно, или как ты это видел? Да. Про шар, да, там это было все показано, как они это все видели тоже, да? Да. То есть такой вот договор как бы был заключен. А можешь сказать, какое количество было там этих жизней, которые ты увидела, проскочили или что? Я их не просматривала. Я просто, понимание пришло, что идут эти какие-то там картинки. Я даже не вникала. Mm-hmm. Но было несколько, 5-6. Mm-hmm. Да, договор заключен неосознанно. Mm-hmm. То есть он тогда не понял, что это. Mm-hmm. Прямо сейчас он формирует свою реальность. Заходя сюда и все это смотря.
То есть, ну, неосознанно, но с другой стороны, вполне осознанно интересуясь Да. То есть он попросил ему тем этим. свое будущее, грубо говоря. Ну вот, понимаешь, чем интересно, что почему-то через этот вот просмотр будущего прошло его такая какая-то инициация, то есть какое-то посвящение в какие-то какое-то тайное общество. Но самое главное, что через него с этого момента стал работать портал. Да. А какое-то есть понимание, как это вот негативно на него влияет? Когда этот портал активируется, очень быстро иссякается его сила, ну, физически. То есть это как идет такое уничтожение, потому что они не восполняются. А вот а портал активизируется сам. Как-то Уничтожение так. физического тела, да? Ну да, он сгорает просто. Вот этот вот демоническая личность, я не знаю, сущность, да, личность, сущность. А вот он как бы контролирует работу этого портала. Из воплощения в воплощение он, ну, как бы смотрит на его, ну, как-то идет частота работы, так. То есть он проявляется не постоянно в каждой жизни, но и на протяжении всей жизни, а только в какие-то нужные моменты, но вот эта вот нужность, она там с кем-то еще согласуется. Вот, и этот портал не так давно был найден космическими, которые сильнее и мощнее темных. И не стали его тоже использовать. Его тоже. И они через него на контакт с темными. Ну, вообще круто замесили. Да. И ему осталось в этом режиме, в котором сейчас он живет, ну, совсем немного. Потому что выдержать физическое тело, обычное физическое тело, конечно, вот такие походы в междумирье, это, ну, невозможно. И он, конечно, чувствует на себе, что он сгорает. Вот, и сейчас задача понять, как это качественно закрыть и приостановить.